В Архангельске по факту падения 7-летнего ребенка в яму с кипятком возбуждено уголовное дело. Напомним, ЧП произошло 15 марта на улице Розинга. Яма образовалась в результате проведения работ на теплосетях. Из смертельной ловушки ребенка вызволил местный житель и на руках принес 24-ю гимназию, где мальчик учится в первом классе. Сидит ребенок, плачет. Ботинки уже сняты, логопед сняла ботинки. Ну там получилось смесь с кожей. Когда медики приехали, уже оказали помощь, все. Потом ребенка унесли в карету скорой помощи. С ожогами ног ребенок сейчас в больнице. Региональный следком возбудил уголовное дело. Будет установлено, вследствие чего произошел прорыв теплосетей, почему не было огорожено место аварии и что послужило причиной, почему ребенок был травмирован. Поэтому в настоящее время говорить о конкретных виновных лицах преждевременно. Более 5 миллионов рублей неучтенных денег обнаружилось на депозитном счету Туровецкого психоневрологического интерната в ходе проверки учреждения прокуратуры Котласа. Это деньги тех, кто, как правило, не имея близких родственников, до самой смерти по договору живет и получает социальные услуги. Если никто не заявил о своих правах на наследство, после смерти пациентов их пенсионные накопления отходят в счет государства. В силу требований гражданского законодательства данные денежные средства являются выморочным имуществом и должны перейти в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации. Функции по принятию в установленном порядке выморочного имущества возложены на управление Росимущества. Следовательно, именно оно должно получить в нотариальном органе свидетельство о праве государства на наследство. Котласская межрайонная прокуратура уже направила иск в суд к Росимуществу Архангельской области, чтобы ведомство получило необходимое разрешение стать посредником в данном вопросе. Решением Октябрьского районного суда Архангельска исковые требования прокурора удовлетворены. Дорожки интеллектуальной олимпиады вновь дождались наследников Ломоносова. Сегодня в Архангельске стартовало испытание для старшеклассников. Олимпиада проводится по инициативе губернатора региона уже в третий раз. В этом году тема полуфинальных игр – освоение Арктики, забытые экспедиции. В новом сезоне за звание победителя сразятся 27 человек, в финал выйдут лишь 9. Победитель получит право участия в проекте «Умники и умницы». Наследники Ломоносова блеснуть знаниями истории освоения Арктики. Среди участников выход из Пинежского, Холмогорского и Няндомского районов Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. В этом году появился Шенкурский район. Интерес у ребят растет. И вот то, что мы сейчас видим, показывает, что этот интерес, он еще и связан с очень хорошими знаниями. В Архангельской областной детской клинической больнице готовится к открытию паллиативное отделение для тяжелобольных детей. В отделении 10 коек, дети здесь смогут находиться вместе с родителями. Поступать сюда будут пациенты после перенесенных нарушений мозгового кровообращения с тяжелыми пороками сердца и онкобольные. Специалисты постарались создать все необходимые условия. Основная цель этого отделения – это облегчить их жизнь, улучшить качество жизни. Это, в принципе, цель паллиативной помощи – улучшение качества жизни тяжело больных детей. И, конечно же, это психологическая помощь. Причем психологическая помощь не только детям, но и, соответственно, мамам, папам, родственникам. Скрасить пребывание маленьких пациентов в отделении смогут не только врачи, но и мы с вами. В Театре драмы в дни премьерного показа спектакля «Слон» будет работать благотворительная ярмарка поделок, изготовленных артистами. Сбор пожертвований в театральной кассе продлится до 20 марта. Деньги пойдут, во-первых, конечно, там нужны там, ну, такие бытовые мелочи, как, допустим, термопод. Или там точечные светильники над кроватью. Конечно, нас интересует состояние детской игровой комнаты, потому что дети, как бы они ни были больны, они все равно остаются детьми. Да? И там, конечно же, нужны и игрушки, и настольные игры. 19 марта в России отмечается День моряка-подводника. Дата выбрана не случайно. В этот день, в 1906 году, по указу императора Николая II, в классификацию судов военного флота был включен новый класс боевых кораблей – подводные лодки. Для Северодвинска праздник можно назвать общегородским. Прошло торжественное собрание, на котором наградили лучших подводников, а творческие коллективы города Корабелов дали большой концерт. В выходные дни в Архангельской области сохранится теплая погода, переменная облачность, возможно осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер южный умеренный, ночью порывистый, температура в ночные часы около нуля, днем от 1 до 4 градусов тепла. Тип погоды второй – благоприятный.